Друзья, всем привет! Как я и обещал, приготовил отчет за неделю, сколько я плюсанул, либо ушел в минус. Было у меня много событий за эту неделю. В итоге я остался в таком небольшом, ну, таком в маленьком плюсе, но все равно за неделю на халяву, что бы и нет. Как бы я плюсанул на 392% чистыми, то есть на 400% чистыми. Как я и говорил, я делаю всегда одну и ту же ставку, то есть сумма ставки у меня всегда одна и та же. То есть и в итоге у меня за неделю вышло 400%. Ну это, знаете, даже по минимуму это нормально. Это вот я бегу то, что ну это минималка, конечно. Это минималка. Хотелось бы больше. И чаще бывает больше. Это в зависимости от суммы ставки. У кого-то 5000 сумма ставки. У меня своя, например, сумма ставки. У кого-то там 100 рублей сумма ставки, поэтому он так посчитает. Ну, конечно, если я буду неделю вот так вот играть, и что я заработаю 400 рублей, да нахрен они мне уперлись. У кого-то там 1000 сумма ставки, тот уже по-другому смотрит, да. Как бы 4000 в неделю, ну, за неделю по минимуму, это, блядь, ну, это нормально на халяву-то. Чё бы и нет. Дальше, ну, а если у тебя ставка там, да, там 5000, там 10000, ну, это уже другие вообще совсем расклады. И вот, еще раз повторюсь, я играю так, у меня сумма ставки всегда на каждое событие одинаковая. Неважно какой там коэффициент, неважно. Я всегда делаю одну и ту же сумму ставки. Вот у меня неделя пошла, я всю неделю долблю одну и ту же сумму ставки. И вот, у меня чистыми вышло, еще раз повторюсь, 400%. Как бы все нормально. Друзья, поддержите мой канал. Мне нужна ваша поддержка. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а я продолжаю, поехали дальше. Буду готовить следующий прогноз. Все, всем доброго, всем успехов, всем пока.